Сегодня разбираем бинар. Сегодня будет нужно задавать четко вопросы, потому что времени немного, полчаса, но мы сегодня главное разберем обязательно, потому что я знаю, что вы, как партнеры, которые зашли, и до сих пор многие не понимают бинар, самую мощную машину денежную, которую сегодня, по идее, мы должны запустить наконец-то все вместе, а не кто-то один. Потому что когда-то в жизни получилось так, что у нас несколько человек запустило всего лишь тот бинар, и то у нас был фейерверк эмоций, фейерверк там денег и прочее, прочее. Но сегодня, если мы каждый поймет то, что сегодня у нас за ресурс, то это вообще будет улет. Мы просто поставим интернет весь, я не знаю, на колени. Так, смотрите. Сейчас, секундочку, я посмотрю. Вот так, наверное, будет, чтобы не отсвечивало. Вот так, наверное, да? Включайте меня на крупный план, ну, кто говорящий. Вот. Будем с вами разбирать. Смотрите. Итак, все на самом деле просто, очень просто. У нас есть возможность купить либо треугольник, либо семиугольник. Самое интересное, что многие спрашивают, а зачем? Почему 3 или 7? Объясняю. Мы приобретаем себе либо 7 кошельков, либо 3 кошелька. Это, соответственно, все, что будет находиться внизу, будет оседать либо на 3 кошельках, либо на 7 кошельках. Логично, это понятный момент, вот, чтобы потом на будущее к нему не возвращаться. Да, нет, говорим. Если нет, давайте сделаем так. Кому понятно, хорошо. А вдруг кому-то непонятно, спрашиваем срочно, быстро. Прям вообще, давайте не будем медлить, нету времени такого. Это понятно, да? Мы приобретаем себе кошельки, по сути. Места – это те места, которые будут собирать определенное количество денег по маркетингу, потому что маркетинг у нас очень-очень жирный. Итак, дальше проходим. У нас, сейчас, секундочку, у нас есть бинарная пара. У нас бинарная пара – это значит слева и справа, когда будет встречаться одинаковая финансовая сумма, то она у нас загорает бинарную пару на выплату. Объясняю, что такое бинарная пара, это очень важно понять. Смотрите, вот, допустим, у нас вот это ваш треугольник, ваш семиугольник, вот это, да, я так его выделю, это ваш семиугольник. У вас, по сути, на главном аккаунте уже будут хлопаться бинарные пары. Смотрите, вот у нас слева и справа от главного аккаунта получается, сколько у нас бинарных пар хлопается от самого же семиугольника. Ну, представьте себе, если честно, что вообще в классике жанра вот эти места, по идее, выкупают партнеры. То есть некоторые приобретают себе одно место в бинаре, а партнеры якобы там дальше строятся внизу. Но сегодня мы стратегию специально выбрали в GL, по умолчанию, что у нас никаких партнеров не будет выкупать под нами же места. Мы их приобретаем себе сами. Поэтому, грубо говоря, под нами 7 человек стоит. Вот реально, в любом классическом бинаре вы увидите эту схему и поймете, что у кого нет по умолчанию семиугольников и треугольников, у них будут здесь стоять люди, люди заполняться будут. Поэтому у нас сразу же стоит 7 человек, когда мы приобретаем наш же бинар. То есть, по сути, у нас 3 слева человека и 3 справа. Логично? Это понятно? Да, нет, нет, говорите, кто нет. Я сегодня работаю с вами, для вас, партнеры. Я сегодня не работаю кого-то с улицы, там, объясняю, никого сюда не тащу. Понятно. Я объясняю, что... Понятный момент? Понятно. Нет? Понятно. Отлично. То есть очень важно, чтобы все понято было. Итак, у нас же получается 3 бинарные пары. На главный аккаунт летят тут 300 и тут 300 долларов, потому что каждая бинарная ячейка у нас со старта стоит 100. 100 долларов. Давайте подпишем. Просто 100 долларов. Да? Вот так. Звук выключаем. У кого звук включен? Не удобно разговаривать. Некогда смотреть, куда у нас включит. Так, звук, пожалуйста, выключаем. Смотрите, получается слева 300 долларов и справа 300 долларов. На этот аккаунт идет сумма на выплату от 300 долларов. Понятно, да? То есть у нас хлопнулись 3 бинарные пары. Это от самого же себя. Что будет происходить дальше? Все будет дальше происходить идентично. Все будет дальше происходить идентично каждой ячейке. Смотрите, что такое. У нас у каждой ячейки есть всегда левая и правая. Всегда. То есть вообще на самом деле бинар, вот, если брать любую модель, треугольник, семиугольник, даже хоть одну ячейку, неважно, у каждой ячейки, у
каждой ячейки. Есть лево и право. Есть свой личный бинар. Я не буду сейчас чертить бинары вот сюда, вот у этого лево-право, у этого лево-право, смысла нет. Потому что сегодня мы должны по умолчанию понимать, что у каждой ячейки две ноги. Все, я сегодня, по идее, рисовать, прям глубоко не успела нарисовать, поздно вчера пролетели, но надо, по идее, нарисовать, но я попробую быстренько. Смотрите, значит, вот здесь, я пока рисую первые линии. Для чего? Чтобы было все понятно. Параллельно говорю, смотрите, у нас бинарные пары по выплате не фиксированные. Что это означает? Кто-нибудь знает, что это означает? Честно. Я объясню. В классическом бинаре чаще всего бинарная пара фиксированная. Допустим, бинар может давать всего лишь 10%, либо 6% там по маркетингу, либо там 10%, и то там вряд ли вы такой сегодня бинар найдете. Вот. Ну, она фиксированная как бы пара у тех бинаров. Почему у нас выбрана стратегия не фиксировать бинарную пару? Потому что наш бинар уже рассчитанный на 8 миллиардов, да больше, если честно, больше 8 миллиардов людей. Поэтому сегодня вы должны главное понять, что у нас, если была бы фиксированная выплата, то у нас бы бинар превратился бы в какой-то определенный момент в скам. Почему? Потому что была бы точка перенасыщения. Это просто математика. Если кто-нибудь не разбирается в математике, не парьтесь. Просто это математический расчет. У нас он сегодня просчитанный, и поэтому у нас коэффициент начисления. Для чего? Для того, потому что просчитано все. И идет оно на уменьшение. Вот сейчас бинарная пара составляет, Галь, сколько там, 22%, да? 22%, по-моему, знаете, по-моему, от нее так. 25 еще, да? Значит, 25% у нас бинарная пара, но она будет уменьшаться. Соответственно, мы должны знать, если уменьшается бинарная пара, фиксированная, выплата, с которой получаем, значит, уже есть какое-то количество людей, которое уже стоит в бинаре. Что это означает логическим образом? Что у нас эти люди находятся в активной фазе, а мы как раз говорим про активных людей. Мы сегодня строим большой денежный дом, да, большую денежную машину заводим, и поэтому я буду говорить только так, больше никак. Кто заходит в бинар, там все заходят, многие по умолчанию заходят, с тренара летят, через не хочу. То есть все, по сути, окажутся вот здесь. Вот. Строится один бинар. Поэтому вы должны понять, что каждый раз, чем меньше будет процент с бинарной пары, это не значит, что вы будете мало получать. Не значит. Это значит, что у вас наверху есть определенное количество людей, которые сегодня намерены зарабатывать еще больше, потому что они уже что-то получили, и что их мотивирует к дальнейшему движению. Потому что я в своей жизни поняла, когда я начала получать деньги, первые, вторые, там, неделя, три недели, вот там, ребят, такая сумма голову кружит, которая тебя невозможно, заткнуть тебя даже. То есть ты говоришь еще больше. Вот, а хотя бинарная пара, она уже падает, процент вот этот, да, коэффициент выплаты. На самом деле это незаметно. Когда много людей, вот это все с огромного количества людей превращается в огромную сумму. Ну, просто вы, может быть, сейчас пока не поймете меня, но я знаю, о чем говорю. Поэтому логическим образом, чем меньше бинарная пара, чем больше людей, соответственно, больше движений, соответственно, быстрее строится бинар, поэтому там незаметно вот этот нюанс. Заметно пока вам, которые вы зашли там первые 500 человек, и то не все не в бинаре. Мы сегодня находимся на стартапе. Поймите сегодня важную вещь. Поэтому объясняю дальше. Чем здесь привлекает наша модель из всех моделей, которые есть в интернете? Жалко, что не все даже лидеры разбираются в этих конструкциях, да, финансовых. Но я сегодня постараюсь максимально языком простым объяснить, чтобы у вас была мотивация об этом говорить. Смотрите, наш семиугольник, мы, допустим, являемся активным партнером. Не допустим, а мы являемся активным партнером. Итак, мы ставим людей. Наши люди все летят с тренара автоматом, встают на треугольники. То есть уже объем уже будет не $100, а $300, да, в команде. Потому что они будут лететь от вашего аккаунта слева направо, слева направо, слева направо, заполняя все пустоты. То есть наш бинар не терпит пустоты. Вы должны тоже этот принцип просто понять и все. Если вы сегодня активный спонсор,
если вы сегодня строите команду, вы сегодня можете сказать о том, что все люди, которые будут лететь из тренара или просто там чисто для бинара будут брать вот эту модель, они все будут распределяться вниз, вниз, сверху вниз, слева направо всем партнерам, кому, кто сегодня занял места, допустим, в первоочередных, скажем так, параллелях, да? Ну, то есть неважно, кто где находится, главное, что вот этот человек, у этого человека люди летят вот сюда, 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 все под крайник летят. То есть бинар у нас ведь не строится сразу шире, он строится вниз. Поэтому у нас первая линия всех партнеров, она все равно уходит вниз, под самых крайних, как ни крути. Поэтому сегодня я вас поздравляю всех, кто сегодня еще в бинар не зашел, задумайтесь, там еще нет 500 человек, нет. У нас все еще пока находятся в тренаре, пока все тему пока разбирают, что там такое за обучение и прочее, прочее. Сегодня, еще раз говорю, потом, может быть, через полгода у вас будет взрыв вообще мозгов, когда тут будут заходить люди, которые наконец-то там командами просто будут залетать, там в один день тысячу людей будут заводить. А это будет. Пока люди пока не просекают тему, они привыкли к старым моделям, они просто понятия не имеют, что мы за предложение такое на рынок завели, да? Поэтому давайте думать следующим образом. Если сегодня у нас, я буду сегодня смотреть по семиугольникам, если у нас сегодня будут брать семиугольники, я вот так вот буду их обозначать, вот так вот. Ой, да, вот так. Чтобы проще было. Это я нарисовала семиугольники. Надеюсь, понятно, чтобы так отделить. Вот смотрите. Если сегодня человек приглашает партнера слева и партнера справа, получается, по семиугольнику, то для главного аккаунта у него уже будет здесь начисление. У каждого, у каждой ячейки есть что? Счетчик. У каждой ячейки. Не у главного аккаунта, а у каждой ячейки есть счетчик. На этом счетчике фиксируется, сколько слева оборот и сколько справа оборот. И вот эти все обороты, как только зеркальная сумма встречается, тут $700, там $700, $700 падает на главный аккаунт выплата. Прямая выплата, прямая денежка на вывод. Объясню потом, какие вы деньги будете получать и в чем здесь сила апгрейдов. Почему нужно полюбить апгрейды? Почему вы должны влюбиться, а не бояться апгрейды? Сейчас я объясню буквально чуть-чуть попозже, пока объясняю главный принцип. Смотрите, то есть я не буду рисовать у каждой ячейки, прям вот это, у каждой ячейки, что тут есть бинар, счетчики и прочее, прочее. Нет смысла. И я могу одну ячейку показать, принцип одной ячейки, вы все можно идентично спустить вниз, все одинаково. Ни одна ячейка не отличается ничем. Причем, я скажу даже больше, мы как администрация стоим первые в бинаре, и мы от вас тоже ничем не отличаемся. У нас все точно так же начисляется, как и у вас. То есть здесь неважно, кто зашел, кто первый, кто второй, вы сегодня можете зарабатывать больше, чем администрация. Я сейчас вам объясню, почему. Какой же принцип? Как может быть так, что администрация может меньше зарабатывать, а вы больше? Объясняю. Это очень важный момент. Смотрите. Его и начну. Вот, допустим, мы находимся, это мы. Это администрация. Да, бинар нас. Смотрите внимательно дальше. Вот, допустим, зашел сюда человек, а, допустим, пускай в первую линию зашел, вот, допустим, вот сюда, вот этот человек, вот, давайте я его выделю. Так, я его выделю вот таким, так, а я его вот так вот немножко, вот так вот. Это очень важно понять. Если вы этот принцип поймете, вы вообще просто обалдеете. Я вот так вот нарисую. Видно, да? Видно. Кто-то там дышит громко очень, ребят. Так, выключаю. Смотрите. Вот это мы находимся. Вот пришел мегаактивный человек, у кого уже 1000 команд есть. Ну, там есть такие сетевики, которые начали заводить или вообще просто активно работать. Смотрите, этот человек строит свой бинар. Я его так покажу. Вот у него свой бинар от главного аккаунта. Вот у него своя жизнь бинарная. То есть ему, по идее, неизвестно и не видно, что там наверху у него кто стоит вообще, в принципе. И вот он начинает строить слева и справа. И у него пошел народ, пошел народ, пошел народ, и у него бинарные пары хлопаются вот сюда на счетчике больше, чем у администрации может быть. Почему? Потому что если у администрации стоит 500 человек всего лишь здесь, а он заводит сюда, извините меня, 1000, у него свой бинар сильнее. Почему? Потому что у меня все оборот его движений, весь оборот его движения находится только вот сюда, вот здесь он капает, сюда и вот сюда. Он попадает в оборот вот на эти ячейки. Так, допустим, а и сюда вот. Вот сюда, сюда. По сути, его оборот действует на этот аккаунт, вот на этот аккаунт и на главный, естественно.
Но деньги администрация не получает. Не получает. Почему? Объясню. Потому что получаем мы с бинарных пар. Это сегодня важно понять. Бинарная пара – это когда слева и справа есть какой-то одинаковый оборот в любой сумме. Неважно, это будет $300 или $3000. Вообще неважно. Как только одинаковая сумма встречается слева и справа, сразу с бинарной пары летят вам деньги на вывод. Смотрите, получается, что если у администрации 500 человек зашло, распределило слева направо, сверху вниз, а у этого человека заходит команда там, давайте, в 2000 людей. Вот. Это вообще крутой пример. Вот этот человек в 2000 людей заводит команду, и у него равномерно все распределяются, у него строится бинар очень активный, у него на балансе денег больше, чем у администрации. Вам понятен принцип? Кому непонятно, давайте будем это... Если вы это поймете, все, вам аплодисменты. Тут больше нечего разбирать, по сути. То есть, по сути, мы каждый строим свой бинар, но вместе взаимодействие с командами, потому что все, вот здесь все равно примешиваются все. В итоге вот эта команда, по идее, она дает оборот вот этой ячейки административной, этой ячейки. Потом, дальше нам, как администрация, вообще еще больше захочется работать, еще больше, потому что у нас люди будут лететь в слабую ногу от нас, вот сюда они будут лететь. И вот этим людям, кто там стоит, будут, грубо говоря, туда перелив вот здесь вот. А у администрации будет, ну, к примеру, идти на баланс, как бы, вознаграждение по маркетингу. И вот сюда будут идти, и вот сюда будут идти, кто здесь стоит. По сути, самая главная фишка, чтобы вы поняли, что здесь, если будут вот такие активчики стоять, вот везде, 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 то, я скажу так, представляете себе, у нас люди, даже лидеры под лидерами могут перемешаться. Прикиньте, какая это будет скорость финансового потока. Но представьте себе, что вот у этого человека зашел лидер тоже, справа-слева, и он тоже начал своих людей заводить. У него на пассиве там капают большие деньги, соответственно, этот оборот получает, весь оборот, вообще неважно, там миллион, 2 миллиона людей получают все вот эти ячейки, и для вознаграждения они там на балансе висят. Как только заполняется другая сторона, сразу начинается бинарная пара хлопаться. Смотрите, очень важный момент. Все говорят, ну что там в бинар, а через год там будет неинтересно. Я докажу, что это будет еще интереснее. Представьте себе, что прошел год, и в компании, к примеру, 1300 людей, да, вот пока так, на старте, 1300 людей в бинаре. Эти 300 людей начинают активно работать, 300 превращается в миллион. Что происходит? Прикиньте, миллион вот здесь вот людей. Миллион людей, которые будут активными, потому что они уже подсели на денежную иглу. Их уже не так вот, ну, как бы, это просто засасывает. Это денежное болото засасывает, вот так вот скажу. И поэтому каждая прослойка начинает еще больше перезвонить во всем мире, больше 8 миллиардов, да, людей. То есть, по сути, работы нам не початый край всю жизнь. И то мы 8 миллиардов не заведем никогда, это нереально. И одна компания сегодня даже больше 50 миллионов не завела. Нету такой цифры в сетевом бизнесе, нет. Вы понимаете, в сетевой индустрии больше там 30 лет, по сути, а никто не завел еще ни одной компании, нету больше 50 миллионов людей. Нет. Поэтому, по сути, вот с такой финансовой платформой можно идти спокойно с песней, с флагами, которые там вас вдохновляют. Ну, имеется в виду с вашей идеей. Идея у нас шикарная. Идея шикарная – это объединить людей, которые хотят быть, конечно же, осознанными, богатыми, духовно и материально. Это по-любому. Эта идея просто огонь. Поэтому она живет, будет жить всю жизнь. Всю жизнь хотят люди жить в таком, как бы, режиме. И поэтому объясняем дальше. По сути, тогда у нас получается, если этот человек зарабатывает больше, чем вот этот вышестоящий спонсор, тогда активизируется дальше со стороны сверху еще больше, как бы, сил, чтобы получать с бинарных пар живые вознаграждения. Соответственно, любой человек, который видит, что одна нога у него с крутыми оборотами, то еще больше есть мотивация заработать. Эти люди летят под людей, люди под людей, и все там зарабатывают. Все. Я же не могу нарисовать весь там конкретный концепт, это нереально сейчас нарисовать. Вы когда будете строить бинар, у вас не будет даже через месяца два, вам уже будет тяжело вглубь заходить, там тыкать, кто под кем. Вот я, когда этот бинар проходила, я уже через 2 недели вообще вниз не смотрела. Я просто смотрела на баланс и все. Потому что мне было смысла, долго было кликать, пока сюда кликнешь, кто под кем.
Да делать нечего, что ли, мне? Я знаю, что бинарная система, она работает как часы швейцарские. Она сама начисляет, она сама всех видит. Сама все это делает. Зачем мне голову парить там кто под кем? Просто начинаем работать все вместе, я всегда это говорила. Будем работать все вместе, будет строиться большой денежный, ну, денежный дом, как говорится, да? Так, дальше. Очень другой важный принцип. Как же мы будем с одного и того же человека зарабатывать 28 раз? Прикиньте, мы с каждого человека зарабатывать будем 28 раз. Объясняю, что такое 28 раз. Это стираю. Это очень важно понять, потому что у нас с одного человека зарабатываются большие деньги. С одного. А теперь смотрите. Некоторые не понимают апгрейды. Так, сюда. Вот так вот. Некоторые не понимают апгрейды. Вот смотрите, у нас пакет стоит $100. Так видно, да? Угу. 250, 500, так, и 1000. Видно, да? Видно вам? Видно. А, смотрите, со $100 мы получаем, когда мы, ячейка стоит на $100, вот просто стоит на $100, она получает вознаграждение по принципу. С бинарной пары она получает всего лишь 25% чистой прибыли. Куда уходят остальные 75%? 75% уходит на апгрейд. На апгрейд этой же самой ячейки, которая стоит. Апгрейд следующий, это будет $250. $250. Ну, все в долларах, я не буду их рисовать, значки. Смотрите, одна и та же ячейка апгрейдится 4 раза. Она будет стоить в следующий раз $250, потом будет $500 стоить одна и та же ячейка, потом будет 1000. Это ее конечная цена. Это конечная цена любой ячейки, неважно, кто ее купил. Абсолютно. То есть у всех одинаковая история и судьба. Каждая ячейка, даже в семиугольнике, она будет апгрейдиться. Значит, один человек семиугольником будет давать доход вверх, семь раз по 4 апгрейда. Каждая ячейка. И считаем, 4 умножить на 7, это будет 28 начислений. Я сейчас говорю медленно, чтобы все у вас уложилось по полочкам. Еще раз объясняю. Это вот бомба, это улетный механизм апгрейда, который дает возможность зарабатывать огромные деньги. Смотрите. То есть, логическим образом, каждая ячейка, если заапгрейдится до 1000 пакета, получается, партнер, который прилетает на семиугольник, он, по сути, даст оборот тебе не в $700, а в $7000. Потому что каждая ячейка его с оборота нижнего всего командного оборота у него будет апгрейдиться. По сути, у вас будет доход, если так вот мысленно, да, образно, что у вас будет лететь вверх начисления с 7 тысяч долларов. Хотя партнер зашел на всего 700 баксов. А, у него изначально, может быть, не было таких денег, но благодаря командной работе у него эти деньги появляются. Система автоматом собирает эти денежки в процентном соотношении. Смотрите, давайте разберем, это очень важно. $250, как только хлопнет ячейка, она будет как бы апгрейдиться ячейка, она уже будет чистыми зарабатывать 50%. 50% летит чистыми на кошелек. И 50% остается на резерве. Система бронирует, чтобы там купился пакет на $500. Да? То есть как только будет разница, а мы смотрим разницу, с 250 до $500 разница в $250. То есть как только с этого апгрейда 50% накопится $250, система тут же тебе дает знать, что опа, у тебя уже этот главный аккаунт, допустим, я все про главный пока говорю, а все одинаково остальное, он уже апгрейдится на $500. Раз, как только пакет покупается, кому-то опять с 250 вот этой разницы долларов летят обороты вознаграждения, для вознаграждений летят эти начисления в сторону, в которой стоит человек. Ну, там нужно смотреть, у кого как. И в итоге, как только $500 хлопнул пакет, мы здесь уже получаем больше денег. 75% от бинарной пары. А 25% от бинарной пары летит на покупку тысячного пакета. Но разница
от 500 до 1000 – это $500. То есть $500 система сама вирус и купит вам. И купит. Вы должны это понять, что сегодня она сама делает, система умная. Вот Юля Хохлова правильно пишет, у нее уже верхний аккаунт вышел на $500. И система у нее видит, да, сколько там осталось всего лишь резерва, чтобы система купила ей тысячный пакет. Когда Юля выйдет, наша дорогая, уважаемая, любимая, на тысячный пакет, друзья, а вы должны стремиться каждый к этому, выключайте звук, я не могу разговаривать, переключать. 100% у вас идет в сеть все, что вы будете внутри оборотами владеть какими, да, и делать, создавать их, у вас будет уже 100% сеть. То есть, объясняю, что такое 100% сеть. Разберем, это очень важно. Я вот это стираю нижнюю полосу и объясняю, что если $300 справа, $300 слева, если вдруг упало, там два треугольника прилетело с тренара, автоматом там тоже система классно работает, то у вас с $300 получать будете сколько? По итогу, по бинарной паре 100% по коэффициенту выплаты. То есть коэффициент выплаты мы должны смотреть в кабинетах, на какой день находимся мы. Помните, я говорила про фиксированную пару и нефиксированную пару. Так вот, это коэффициент выплаты. Мы должны смотреть, какой у нас коэффициент. Вот сколько коэффициент стоит, вот столько вы 100% получаете. Они не делятся. Вам вот этот момент понятен или нет? Давайте поговорим об этом. Я думаю, что, может быть, здесь вопросы могут быть. Давайте задавать вопросы. Думаем, 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 что у нас непонятно. И вслух говорим. Нет. Не боимся говорить, не бывает глупых вопросов вообще. Елена. А, да. Елена. Да. Можно вот тогда в деньгах вот это вот тогда сказать конкретнее, это сколько будет вот со $100? Со $100? Конкретно. Да, чтобы понять, чтобы уложилось в голове. Я поняла. Конкретно сейчас не сказать, потому что как раз вот это у нас не конкретная бинарная пара, вот в чем весь вопрос. Вот, допустим, сегодня у вас 25%, да? Вот, допустим, да. 25%. Да. Вот, допустим, $300 тут, $300 тут. Давайте $300 разберем. Сколько у нас 25% с $300? У кого есть калькулятор? Потому что я в голове не считаю. Я даже калькулятора нету. 750. 75 долларов. 75. Да. $75. Вот вы $75 и получаете. Это 100% выплата. То есть, если у вас стоит коэффициент 25%, вот так, вот такой вот, именно бинарной пары, а у вас бинарная пара будет считаться с $300, потому что у вас 300 слева, 300 справа, для главного аккаунта. Это для главного аккаунта. Вы не забывайте, что вот у этого аккаунта тоже есть бинарная пара, это и это для него. То есть тут 100 и тут 100, со $100 будут лететь сюда. А все, что прилетает сюда, летит еще и сюда, потому что тут обвалится ячейка. Поняли, да? От самых же себя у вас будет оборот. И так бесконечно у всех. Считаем, значит, $300 и 25% бинарная пара. Если вы вышли на 100% доход, у вас будет ровно $75 лететь на кошелек и ничего не резервироваться вообще на следующую якобы покупку пакетов. Все, вы уже вышли на максимальный уровень, и вы будете снутри, снизу, с бинара, получать всегда 100%. Неважно, кто зашел, кто кого пригласил, твой человек, не твой человек, вообще бинару наплевать. Вообще бинар такой организм, который сегодня не видит принципиально, кто кого пригласил, у него просто вся вот эта структура его, она рассчитана, и кто бы туда не попал бы, да, в определенные места, а он начисляет просто по маркетингу деньги и все. То есть вот ему, да, сейчас я скажу, ему параллельно, да, кто кого пригласил, поэтому вы всем говорите, что сегодня как раз вот мы стоим в самом начале, ребят, почему классно, что в начале, и потом почему в конце? В конце как, там 1,2 миллиона завести людей, да, а потом будет там 1/3 миллион заходить. Это же ничтожно маленькая сумма, количество людей, на самом деле, если вы сейчас головой, немножко раздвиньте рамки, да, 3 даже миллиона – это мало людей для бинара, он 8 миллиардов вмещает, представьте себе, о чем мы сейчас будем говорить с вами. Так вот, когда будет 3 миллиона людей, и когда они будут все вот так вот работать, прикиньте, треугольниками бахать весь бинар и треугольниками, и семиугольниками,
это получается колоссальный доход. Люди будут долларовыми миллионерами, понимаете? Долларовыми. Это интересный процесс. Как его можно закрыть, если внутри нам хочется всем дойти вот до таких точек, до вообще состояния такой состоятельности, как говорится, что которая будет вас просто не мотивировать, а вы вообще образ жизни поменяете. Вообще, абсолютно. То есть мы должны сейчас его начать строить. Нам механизм этот позволяет идти вперед уверенно. Просто позволяет. Итак, но единственное, что я не договорила всем, да, то есть у нас, вы должны все партнеры знать и всем говорить о том, что наши все вот эти обороты, ну, так, по-другому скажу, компания сегодня, система резервирует 10%, забирает 10% от вашей любой активации, любого пакета, любого апгрейда там и прочее, прочее, 10% система забирает на масштабирование нашего движения. То есть понятно, что нужны денежки, которые сегодня позволяют обновлять какие-то инструменты, добавлять, идти вперед, потому что сегодня все кругом в сети стоит денег гораздо дороже, чем на земле. То есть все кругом нужно все эти ресурсы оплачивать, поэтому вы должны понимать, как предприниматели, что у вас сегодня 90% сеть, да, 90% ваших денег, которые администрация не может ими как бы владеть, это вы по маркетингу ими владеете, потому что они распределяются моментально, а вот 10% у нас идет сумма, которая, компания, благодаря которой будет развиваться. Вы должны это знать. То есть каждая ячейка в тринаре, в бинаре, каждая, как только либо апгрейдится, либо покупается, 10% из нее с общей суммы забирается, и остальная делится сразу по маркетингу. Там 25% бинарная пара, значит, 25% от этих 90%. Вам понятен вот этот момент, очень важно? Потому что, может, многие даже и не знали, и даже внимания не обращали. Понятно, да? То есть, получается, если мы считаем первую строчку $100, значит, мы просто считаем, получается, $90, да, на самом-то деле. То есть. Все правильно. Почему мы, проще нам считать от $100, мы говорим, да, потому что если будем там эти центы брать, эти проценты, это все запутается голова сразу же. Да. Поэтому мы берем сразу со 100, 300, 300, все, а там уже, грубо говоря, с вашего дохода 10% уходит на развитие компании, потому что мы намерены масштабироваться на уровне международном, и нам нужны ресурсы. И сегодня, как предприниматели, мы не готовы обслуживать ваш бизнес и давать 100% просто так. Смысла никакого там не будет. Понятно, да? Так, есть какие-то вопросы, ребят? Время уже 36 минут прошло. Я вот считаю, что механизм уже вообще объяснен до, не знаю, мне кажется, уже все. Ничего тут больше. Елена, можно вопрос? Да. Вот смотрите, получается левая и правая нога. Например, вот слева $1000 накопилось, а справа накопилось 200. Схлопывается сколько? 200? 200 по меньшей ноге, все правильно, хороший вопрос. Схлопывается по меньшей ноге. 200 у нас не получится, потому что у нас треугольники либо семиугольники. У вас может быть, допустим, зайти влево $700, а справа, допустим, там кто-то зашел на $300, да, прилетел автопокупкой из тринара. Получается, по меньшей ноге у вас схлопнется по $300, а $400 останется на счетчике для начисления следующей бинарной пары. Понятно? Они не сгорают, получается. Вот как лежат 400, так... Хороший вопрос, дорогая. Вообще просто... Я про это вообще забыла сказать, потому что именно здесь ничего не сгорает. Вообще, есть бинары, которые сегодня выплачивают по бинарной паре, якобы по меньшей ноге, ну, как у нас, в принципе. Но у них остаточная сумма сгорает, потому что, ну, она уходит в администрацию, понимаю теперь уже, да? А мы сегодня приняли решение, чтобы она не сгорала, она у вас стояла на месте для того, чтобы у вас была мотивация работать дальше, чтобы у вас, вы видели, что бинарная пара хлопнется буквально быстро, если там одного человека пригласить там на другую сторону, там сама система поставит. Поэтому вы прекрасно задали вопрос, шикарнейший, знаете то, что ничего здесь не сгорает вообще. Поэтому здесь крутая мотивация двигаться вперед. Причем командами, не в одиночку. Потому что все друг другу даем на ход. Все, абсолютно все. Спасибо. Вам понятен? Да, благодарю вас за вопрос. Есть какие-то еще вопросы, друзья? А смотрите, еще вопрос. Когда вот 300-300 встречается, мы процент получаем от 300 или уже это 600 считается? Не-не, 300. Бинарная пара всегда, когда слева и справа зеркальная встречается, это вот это есть. Сумма 300, от которой идет начисление.
Вы должны понимать, что деньги не из воздуха. Вот вы что должны понимать. Мы не можем рисовать облака денежные и обещать вам какие-то богатства несусветные. Сегодня вся система основана на четком холодном расчете. Поэтому это может выдерживать 8 миллиардов людей. Вот и все. И чем больше, даже когда у вас будет в команде больше 1000 людей, вы уже будете миллионером. Вы уже там, не знаю, там надо посмотреть по калькулятору, сколько вы будете в итоге в кошельке иметь по факту. Потому что там большие деньги. Там есть смысл двигаться и масштабировать свою команду. Елена, еще один такой вопрос. Да. Смотрите, получается, вот схлопнулась на 300 бинарная пара. 25% мы получаем. То есть $75. То есть из этих $75 мне на счет капает 25%, а 75% на апгрейд. Правильно понимаю? Молодцы! Все правильно. Если вы находитесь на ячейке, 100. Ну да, Да, вообще молодцы. Хороший вопрос. Прям вижу, что вы поняли. Надеюсь, что все так поняли. И поэтому нам есть большой смысл двигаться вперед с оборотами, чтобы выйти на тысячный пакет, чтобы получать... Вот, ребята, когда вы будете на тысячном пакете, вы почувствуете денежную лавину. Вот там вам вообще просто... У вас будут вибрации подниматься до максимума, потому что там другие деньги. Даже люди будут заходить на эти... Даже когда я... Просто я скажу, честно говоря, потому что это не с воздуха бинар взят. Когда я начинала получать 100% из сети, а команда уже строилась, а там процент уменьшался, а я чувствовала, как будто еще больше денег заходит, да, было ощущение, как будто, ну, вот, знаете, каждый час там по $1000 такое ощущение хлопается, понимаешь, вот я, вот в такой момент у нас систему там забурили по разным причинам, и я могла получать там уже миллион, понимаете, долларов. Через год бы я стала вот долларовым миллионером, вот если честно говорить. И каждый из вас сегодня имеет такую возможность. Мы сделаем все возможное для того, чтобы сегодня... А наша система была известна просто, я не знаю, в системе MLM просто всем. Потому что сегодня этот шедевр должны знать все. Не все об этом еще знают. Поэтому еще раз говорю, мы те ласточки, которые сегодня рассказывают о гениальном финансовом коде вообще. По сути, нам разбираться здесь не особо не надо в этих самых цифрах. Мы должны знать принцип, что все слева направо, сверху вниз, и все друг другу помогают строить эти все обороты, то есть ты не один строишь, а команды, все мы делаем большие обороты изначально, потому что треугольники либо семиугольник – это уже обороты другие, а не одна ячейка, как в классике жанра, когда продают одну ячейку. Для меня это уже вообще такая лужа такая денежная, мне неинтересно там тусоваться, мне вообще это неинтересно. А здесь океан. Наш бинар – это океанище, когда оборот один человек дает $700 сразу же. Обалдеть. А еще будут, я больше чем уверена, будут люди заходить сразу на тысячные доллары. Сразу же. Потому что у них понимание будет, что 100% получает сразу же, это круче всех. Может быть, там стратегия будет, там тысячные команды будут заводить. Это реально лидерам круто. Сразу их апгрейдить. Поэтому все пассивные люди, которые могут открыть себе пассив, должны привести всего лишь 2 человека. Об этом будем говорить завтра. Сегодня времени нет. Завтра будем говорить по самую простую стратегию и что дает всего лишь 2 человека. Это будет завтра. Сегодня тема, я думаю, что как бы мы закроем, да, времени уже много. Вот, просто планы. Я думаю, что вот это самый главный механизм, вы поняли. А завтра мы с вами поговорим именно о пассиве. Хорошо? Пассив здесь очень большой, крутой пассив. Его нужно открыть всего лишь 2 людьми. И все, ты будешь получать пожизненно деньги, которые вообще тебе не снились. Завтра я это докажу. Ну, пока понятно, да? Самое главное. Так, да, ребята. Спасибо огромное. Угу, все понятно. Все. Благодарим, все. Замечательный вебинар, Леночка. Да, дорогие, тоже вас обнимаю, благодарю. И завтра, пожалуйста, тоже можете приходить со своими новичками. Сегодняшний вебинар, может, мало ли вдруг какой-то щелчок вопрос. Запишите, завтра зададите, хорошо? Будем работать с вами каждый день, чтобы вы были специалистами в этой области, компетентными, классными партнерами компании GL. Все, я обнимаю вас. До завтра.